Сегодня у мамы день рождения. Погода прекрасная, и мы решили поехать на рыбалку. Конечно, мы не знаем, будет ли что-то клевать или нет, но желание непреодолимое, поэтому едем. Вчера был дождь, и снег начал потихоньку таять. Сходить. И вот такая вот погода. От льда в бочке практически ничего не осталось. Чтоб вы понимали, у нас температура уже сегодня 6 градусов плюсом. Из минуса так быстро в плюс. На этой луже даже корочка тоненькая льда все еще держится. И в некоторых местах эта вода вылилась на дорогу. Вот такой вот дождичек прошел. Доехали до Синова, хотим посмотреть наживку. Здесь магазин «Рыбак» называется. Надеемся, что будет. Взяли белого опарыша 30 рублей. Все есть. Надеюсь, и будет рыбалка. Я ж такая радостная сразу. И решили мы ехать через станицу Ахтанизовскую. Посмотрим, может быть, где-то можно будет около нее рыбачить, но вообще у нас цель доехать до проток, или как сказать правильно, или до чек, который находится около Пересыпи. Здесь очень много мест для рыбалки, вот каналы или протоки тоже очень пользуются популярностью, хотя многие рыбачат, конечно же, на реке Кубань или ходят на морскую рыбалку. Но нам больше нравится вот речная. И мы чаще всего были вот как раз-таки на каналах рыбачили. Поэтому едем именно туда, где уже были, где знаем. Первая наша остановка на въезде, либо на выезде Ахтанизовской. Вот здесь мы обычно заезжаем, но посмотрите, что здесь вообще творится. Вообще, воды столько. Хотим сходить, посмотреть, можно ли вообще пройти, проехать до этого канала или нельзя. Потому что сейчас, как вы видите, вода, грязь, а каналы, они находятся вот там вот. У меня, кстати, уже был ролик, как мы рыбачили в этом месте, но это было, по-моему, летом еще. Вот, так что ссылочку оставлю для кого будет интересно. Зайдете, посмотрите. Пешком вот все-таки интересно, можно пробраться или нельзя. Он тут сидел. Я думаю, кто-то провалился. Ага, звук такой был. Хороший такой. Ах, вот как назло выключила в этот момент камеру. Да, наверное, мы не пройдем тут. Не пройдем? Ну да, все затопило. След зайца. Только что так драпанул, это вообще. Вот они, базы отдыха, и вот справа от них находятся каналы. Но мы сейчас едем и смотрим, они так разлились, что просто жуть. Посмотрите, сколько воды, все стоит в воде. Обычно этой воды нету. Yeah.
Оказывается, найти наживку – это еще полдела. Еще нужно найти там, где порыбачить. Такую погоду-то. По-моему, непонятно. О, тут не пройти. Угу. Там надо. Какой толстый лед? Ну, я тебе говорю, толстый. Лед стоит. Ага. Угу. О, утка. Утка. В мире животных у нас сегодня. Да. Я знаю, просто говорю, что это. Да лед, но. Все в заледе. И вода, видишь, не подойдет. Ага. Так разлилось все. Проезжаем места, где обычно сидят рыболовы. Вот здесь оставляют машины, и в летнее, в осеннее, весеннее время вот здесь вот они рыбачат. Машины есть, да? Угу. Получается, здесь каналы, а с той стороны река Кубань. А, вот это юга, точно. Морозы были такие, что... Все застыло. Выход в Азовское море, акваторию Курчанского и Большого Ахтанизовского лимана осуществляется с уведомлением пограничного подразделения. Все виды рыболовства в гирлах Соловьевская и Куликовская запрещены. Добрались мы до Куликовского гирла, и действительно уникальные кадры. Лежит снег на фоне моря. Погода классная. Но посмотрите, какие тучи идут со стороны Темрюка и с Азовского моря. Красиво? Хорошо, красиво. Где еще такое увидишь? Мне кажется, действительно, вот снег, ты представляешь? Снег на пляже. Накатил ветер очень сильный, прям очень холодный около моря, и волны сразу. Но вы посмотрите, как красиво выглядит Куликовское гирло. Оно впадает в Азовское море, и вот такая вот красота здесь. Мы не стали переезжать через вот этот вот мостик, но видно, что люди ездят на ту сторону через это гирло. Но он очень хлипкий, когда я летом здесь была, то меня немножко даже испугало, когда мы переезжали на машине через него. Уж очень он хлипкий. Лежу, загораю на пляже. Курортный сезон открыт.
курортный сезон 2022 года. Точно. Ксюша, ты на плечи-то хоть что-то накинь. Ты посмотри, ты загорала, у тебя плечи-то красные стали. Ты что, да, ты же на пляже? Да, можно сжечь кожу, вот, все. Вот-вот, накинь что-то, да. Ты как раз лежала, вот загорала, я переживал за тебя, думаю, сгоришь. Посмотри, плечи-то красные. Лепим на пляже снеговика, или как по-южному, это грязевик, песковик. Что еще как можно назвать? Ракушечный он у нас. Вообще умора. Вообще. Так, еще сейчас надо будет эту часть. Да, сейчас. А я пошел за руками. Давай. Я голову слеплю. Здорово, так вам бы сделать снеговика. Большие ракушки глаза сделайте. Точно. А я руки пойду. Ну, размер головы где-то такой, наверное. Быстро же, согреемся за тур. А мне не холодно. Побольше сейчас, надо. Сейчас мы сделаем еще. Глаза у него могут быть морские, морскими колючками. Можно вот так вот. Улыбочка. Не знаю. Улыбочка. Руки как делаем? Давайте. Улыбочка. Надо еще улыбочку сделать. Привет с юга. Нас сегодня четверо. Чаечек. На свежем воздухе. О, такой аромат. Спасибо. Вкусный чай. Не пойдет так? Сегодня же у меня день рождения. Не просто ж так мы приехали. Решили вот так. Ну, потому что не хочется сидеть дома. Мы всегда стараемся в мой день рождения куда-нибудь уезжать. На природу. Хочется вот такого именно. Чтобы в памяти отложилось такое, что куда мы съездили. В Темрюке заехали, купили лаваш. Он настолько горячий, что просто обжигает. Будем ехать до дороги и кушать. Из тандыра? Да. Ну я зашел, сразу спросил, есть горячий лаваш? Он, да? Я говорю, давайте один. Это круто. По запаху. Он потрогай, какой он горячий. Держи. Руки обжигают даже.